Смотрите, друзья, вот это вот семейка, бонус. Привет, друзья, подписчики канала. Вот снова я сегодня выбрался, короче, в лесок. Уже глазами лупаю, где ж тут грибки, и, короче, набрел сразу на пайку. А пайка наша, вот она, смотрите, друзья. Вот они, лисички, и они уже большие все. Не суховатые, наверное, может быть, я не знаю, но вон они. Вон их видно, короче. Вон там. Обалдеть, короче. Ну-ка, давай глянем, что у нас тут с лисичками творится. Ну-ка. Давай. Это уже добрые лисички. О, хорошие. Само то можно брать. Сегодня самый край. Посмотрите, какие добрые ребята. Берем. О, тут. Вот это грибы, я понимаю. Не то, что там какие-то мелочевки. В тот раз ходили, короче, собирали. А здесь вообще, смотрите, большие прям. О, это разве не лисички? Это просто бомбички. Это гнилой. Вот еще. Смотрите, какие, друзья, здоровые. Красавчики. Еще. Вот малыши. Нормально. Машины, правда, тут мотаются недалеко. Опа! Вот. Не забыть. Вот это сорвать. Смотрите, какие. Вот это лисичечки нормальные. Тут сегодня у нас жареха будет по-любому. Собираем. Блин, комары начинают жрать. Это уже плохо. Я тут вообще оделся. Ну, ничего. Дурнушечку кровь жрут. Пожрут немножко и перестанут. Так, ну что, дальше продолжаем, друзья. Искать наши лисичесы. Ну вот, друзья, прошел буквально 2 минутки и нашел, короче, вот лисичка. Один он вообще уже потух, а этот еще живой. Берем. И там вдалеке вижу, опа, вон упавшие лисички. Вот здесь вот растут нормальные 2 штучки. Опа, ну-ка, малек, отлично. Так, двигаемся дальше. О, жарище у нас. Сыроегу нашел. Ну-ка, что она скажет нам? Ну-ка. Ну все, подуставшая. Дальше двигаемся. Вот в этом леску должны быть лисички еще. Походу, уже кто-то был, короче, вырвали все. Так-то, ну, опа, вот они. О, есть коннекшн. Вон там дальше лисичон. Так, давай сюда. Вот они. Еще красавчики. Берем. Вот он. Родной. Стоит сиротой. Тоже берем. Он мелкий там растет. Блин, комары жрут. Капец. Так, ну-ка, что тут у нас? Тишина. А это что такое? Какие-то грибки мелкие растут. Блин, улетели. Это явно какие-то непонятные грибочки, короче. Ладно, не будем брать. Дальше продолжаем движуху по лесу. Может, что еще? Друзья, короче, прошел пару минут. Блин, кругом тут подставы. Так, вот. Смотрите, друзья. Вот это вот семейка. Бонус. Вот они, красавчики. Вот. Это грибы. Берем. Лисички растут. Семейка попалась такая добрая. Так, вынимаем. Комары все хавают нас. Но мы берем. Дальше. Еще. Все уже. А вон еще, ребята. Смотрите, они загасились, как интересно. Бля. Да, надо было одежду надеть. Что-то я пошел, думал, комаров не будет, ветер. А вот еще пачка растет. Вот, друзья. Такие вот красавчики. Вот еще. Но это большие уже, смотрите, вот. На жарешку уже чуть-чуть есть. Он растет. Все, двинем дальше. Может быть, нам еще повезет. С грибками. Попался вот такой вот сыроедин. Здоровый. Уже старый. Жалко. Ладно, оставим его здесь. Пускай висит. Опыляется. Так, что, дальше продолжаем движуху. Вот, друзья, идем. Дальше, короче, вот нашли мы тут. Так, что мы тут нашли? Мы нашли тут сыроежечку. Сыроежечка такая бодренькая, молодая. Можно брать. Так, ну что, продолжаем дальше. Где-то тут овражек. О, там вот были лисички. Сейчас посмотрим. Может, что-то есть. Вот отсюда вижу, вроде как сбоку растут. Вот такие малыши.
Там поганка торчит здоровая. Эти лисичаны уже такие подустали. Ну-ка, еще пойдет. Так, ну что, а вон оленей рожки наши. Поганки здоровые. Я вот про них показывал в том видео. Все, на этом леску и бегаю. Вот они подросли, уже вянут. Такие тут грибки, короче, у нас вон поганосы повылазили нормально. Короче. А вон он у нас горчак, или как его там называют. Друзья, вроде ел нормальный, хороший гриб. А он подуставший, да. Горчак. Такой грибочек оставляем. А вон сыроега здоровая стоит. Сейчас мы ее проверим. Я думаю, наверное, тоже подуставшая. Сильно уже сухо стало. Дождиков нету. Не дай холодно. Ну-ка, давай. Да, уже коричневая. А вон те грибки, интересно, да, растут. Такие оленьи рожки. Были бы они желтые, можно было взять. Они какие-то мутные. Не будем рисковать. Так, ну что, давайте пойдем дальше, посмотрим, что у нас тут есть. Короче, набрал на поляночку. Тут сыроежки торчат. Ну-ка. И вон они, смотрите. Опа, покатился. Такой нормальный. Комаров видеть сколько? Это капец. Все, сейчас я, короче, побегу домой. Не могу. О, о, еще ж сыроежки, блин. Вот они, родные. Один. Плохой. Плохой. А вот пупырички маленькие еще вылезли, забираем. Так, ну-ка, все. Блин, комары облепили, короче, капец, жрут прям живьем. Там вон грибки. О, там лисички. Блин, короче, капец, не сорвешься никак. Надо брать. А вот кто-то уже срезал здесь их, видите. Срезать не надо, надо брать. Зачем срезать? Ножка потом подгниет и все. А вот еще сыроежки торчат. Опять возьмем еще эти сыроежки. Я думаю, надо возвращаться. Вот они, одну. Точно, это хорошее. Эту берем, эту оставляем. Хватит нам. Так, ну что, друзья, пора нам в обратный путь двигать. А то у нас тут вообще просто невыносимо. Комарекусы их жрут. Просто завал. Так, ну подосиновиков не наблюдаю. Пойдем сейчас. О, нашел. Блин, что это? Это сыроега. Крепенькая такая. Красавчик, тоже возьмем. А вон там кто-то прошел, бросил сыроежку. Никто не берет. Типа дерьмо. Хороший гриб. Собираем. Вот поганки. Ну это вот лето, друзья. И у нас летом еще есть грибы. Хорошие грибы. Лисички, короче. И... Так, этот гриб мы собирали. Так, ну что, все, возвращаемся назад потихонечку, помаленечку. А то останавливаться вообще нельзя. Вот. Комары жрут, лисичек соели. И смотрите, нифига, папоротник. Папоротник еще до сих пор есть. Уже конец июля, скоро август. Так, двигаемся дальше. По грибки. Продвигаясь, короче, домой. Вот, смотрите. Не знаю, видно, нет, короче. Меня оса, короче, укусила. Прям залетела, бах, и зажалила, короче. Как раз я нашел лисички. Ой, мы терпим, все. Перетерпим. Ничего страшного. Это полезно. Так, вот, у нас тут лисички, вот они торчат, здоровые. Поляночка такая тут. Глядим еще дальше. Вот они растут. Ну-ка. Так, ну это, блин, этот. А вот у нас лисичицы. Ну-ка, иди сюда. О, красавчик. Какие крупные. Еще. О, берем. Еще. Еще. Смотрите, какой красивый гриб. Блин, они крупные. А когда крупные, дёрка быстро собирается. Вот здесь вот еще грибочки торчат. Да что ты? Счет бала меня, блин. Блин. Походу, тут осиное гнездо, короче, где-то. Сейчас будем смотреть. Да, 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 да. Осиное гнездо. Меня, друзья, короче, тут осиное гнездо, представляете, тут где-то находится. Меня, короче, осы долбят, а я грибы собираю. Офигеть, уже в голову второй раз. Еще завал, ну вот это прикол. Короче, надо выдвигаться подальше отсюда. Ну их нафиг. Так, вот сыроежку нашел хорошую.
Классно. Берем. Так, что там дальше у нас есть? Здесь вот что-то какой-то гриб. А, ну вот он, спрятался. Это тоже сыроега, смотрите, путевая. Нормально ее сопну. Немножко тоже возьму. Так, и здесь я, короче, видел оленьи рожки. Вот они растут. Вот они. Но они не желтые. Запах у них, блин, гнилой, прям ядовитый. Это, короче, скорее всего, ложные оленьи рожки. Вот. Так, ну что, все, продвигаемся дальше. О, блин, продвигаемся дальше. Тут какой-то грибок растет. Ну-ка, что это за гриб? Так, это поганос, короче. Брать не будем. Блин, у меня еще капец, голова болит. Нифига, она мне прям в темечко ударила. Два удара таких нормальных. Короче, друзья, ушли мы от этого опасного места, где жалят насосы. Вот, я нашел тут немножко лисичек. Так вот, потихоньку посмотрю по сторонам. Ничего нет, берем вот парочка, похоже. Да, вот видите, красавчики такие хорошие. Дам рядышком срез. Походу, здесь уже грибничок прошел, он верха снимает, ножки оставляет, чтобы гнили, и потом хана грибницы приходит. Опять я возвращаюсь назад. Короче, вижу тут здоровую сыроегу, такую большую, прям мощную растет. Классная. Дальше вон там тоже какие-то грибки, но вроде несъедобные. А эта сыроега уже такая, о, крупная, большая, но уже такая. Брать не будем, короче. Пускай растет дальше земелька. Так, ну что, дальше двинем. Дальше двинем потихонечку. Так, ну что, буквально тут крутанулся. И вон они, оказывается, тут стоят мелкие. А нет, нет, не мелкие, а нормальные. Смотрите, какой. Один, второй, добренькие. Так, а это что у нас тут такое? А, тут пусто. Ну, тоже грибок кто-то пнул. Собираем. Лисичек пока не видать. Но их побольше бы нарвать, потому что они очень вкусные. Тишина. Грибок тут какой-то сгнил. Старый. Упал. Похож на обабку. Так, тишина, тишина. Продолжаем дальше поиски наших лисичек, грибов. Вот. Все. Да, друзья, короче, сколько бы ни ходили, грибочки у нас все равно попадаются. Блин, отсюда вижу такой гриб матный. Сейчас срываю вот эти вот. Ложу, короче, их корзинку и показываю. Вон он, смотрите, растет. Офигеть. Ну-ка, давай посмотрим, что тут за грибок. Ага, вот. Вот этот добрый. Этот берем. Красавы. Говорят, горчак. Ничего подобного, нормально. Вкусный гриб. Пожарил и съел. Вот, смотрите, уже как бы нормально набрал. Двигаемся дальше. Тихая охота наша продолжается. Осталось буквально чуть-чуть. И надо бежать. Так, опять нашел я лисичек скрытых. Вот они тут в кустах торчат. Совсем немемножко. Это одна. Блин, это вообще какие-то поганки, блин. Какие-то лисички. Это поганки. Похожие на лисички. Ладно, продолжаем дальше. Короче, друзья, прошел немножко еще времени. И вот они, смотрите. Крупники стоят, хорошие. Еще нормальные грибочки брать можно. Здоровые уже. Еще гнилые. Такие вот. Все, друзья, заканчиваем сегодня нашу грибалку. Где-то полчасика побегал буквально по лесу. Комаров миллион. Лисичек нормально крупных собрал. Ну, сыроежка там, горчачок. Вот наш улов. Смотрите, это не грибки, то есть ведерко. Ну, на жарешку нам хватит. Все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наше видео следующее. Рыбалка-грибалка. На мавике летаем, на квадрике снимаем. Всем удачи и добра!